Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на нашем стадионе, где сегодня в финальном матче Кубка Владимирской области по футболу встречаются команды «Строитель», поселок Куприево, Гусь-Хрустальный район и команда УИЖЖ, город Владимир. Слово для приветствия предоставляется заместителю генерального директора акционерного общества завода имени Дегтярева Пустоварову Сергею Вячеславовичу. Директора Александра Владимировича Тменова хочу выразить благодарность Леониду Павловичу Антонову за тот праздник, который сегодня пришел к нам в город, на нашу арену. Очень рады приветствовать две сильнейших команды Владимирской области этого сезона. Всем командам желаю удачи, пусть победит сильнейший. Слово предоставляется президенту Федерации Владимирского футбола Антонову Леониду Павловичу. Ну а также добрый день, уважаемые любители футбола, футболисты, арбитры, руководители команд. Сегодня знаменательный день не только для Коврова, но и для Владимирской области. Прекрасные условия. Лидеры Владимирского футбола, одна и вторая команда. Поэтому прекрасная погода. Желаю, ребята, вам хорошей, яркой игры, победы и удачи. Спасибо. А сейчас для вас, уважаемые болельщики, для вас, уважаемые спортсмены, выступит танцевальная группа «Антре». Один! 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 Один!
Руки вниз!
сзади. Давай! Надеюсь, что я...
Молодец! Раз, справа, справа! Я думаю, что, несмотря на крупный счет, игра действительно была кубковая, задиристая. Сегодня повезло команде «Строитель», они победили, выглядели лучше. Я думаю, что и ваши светлые дни у команды «Вне ИЗЖ» впереди. Давайте поблагодарим команду «Вне ИЗЖ» за участие в финале. В финале одержала команда «Строитель» деревни Куприева. Поздравляем, ребята! Но прежде чем приступить к вручению главной награды, мы сегодня определили лучших игроков сегодняшнего матча. В команде «Вне ИЗЖ» лучшим игроком признан Стебельцов Алексей. Лучшим игроком в команде «Строитель» признан Царев Алексей. Ну и самый торжественный момент на всех мероприятиях, финалах, это вручение главной награды переходящего кубка Владимирской области, которая вручается Вячеславу Радченко, капитану команды «Строитель». Еще раз всем благодарю вас за выступление. Всем вам, вашим родным, близким здоровья, благополучия, удачи. До новых встреч. Спасибо, ребята.